Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. На ваших экранах спецвыпуск рубрики «Патруль в PUBG Mobile» и «Метро Рояль», в котором мы с напарником отсматриваем демки зарепорченных игроков и решаем, достойны они бана или же нет. Я назвал данный выпуск специальным, так как сегодня мы затестим новый режим в «Патруле», где игра заранее знает результат, а вот нам предстоит его отгадать. И при этом у нас будет право всего на две ошибки. Так сказать, проверим свою профпригодность на деле, ну и заодно завезем вам контента. Ролик обещает быть очень интересным, так что устраивайтесь поудобнее, заранее разломайте кнопочку лайка и напишите комментарий в поддержку канала. Ну а мы начинаем. Кстати, сегодня последний день летней распродажи Steam и последний шанс урвать любимые игры по скидкам. Но как же туда задонатить, чтобы купить нужные игры? Не стоит переживать, ведь есть donatov.net. Простейшее пополнение Steam на нужную сумму с моментальной доставкой прямо на твой аккаунт и самой низкой комиссией в 10% для любой суммы пополнения. Аккаунт Steam зарубежного региона тоже не проблема. Карты пополнения для самых популярных регионов точно помогут получить тебе желанную игру. Но одним Steam сыт не будешь, поэтому donatov.net тебя ждет пополнение PlayStation, Nintendo и, конечно же, мобильные игры. С донатом прямо по твоему ID. В том числе тут можно купить UC для PUBG Mobile. А совсем недавно donatov.net добавил новую систему левелов, которая даст тебе возможность лутать призы за каждый полученный уровень. И это еще не все. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Так, сегодня у нас, Артём, с тобой экзамен на патруль. Так сказать, проверят наши навыки. Подписчики же там сомневались в нас. Типа, что мы там не эксперты и так далее. Ну, давай посмотрим. Давайте мы с вами вот так договоримся. Мы еще сами не знаем, что это за педали такие. Да, это какой-то новый режим добавили. Мы пока что не будем это обосабливать, наверное, в какую-то отдельную рубрику. Но это мы просто сейчас спецвыпуск. Посмотрим. Это спецвыпуск. Да. Мы посмотрим, как это что происходит, какие тут вообще есть педали и как их грамотно нажимать. Ну, я так понял, смотри, вот если распедалить менюшку, которая справа у нас... Да, у нас есть какие-то жизни. Это получается какие-то жизни, какие-то правила, да. И, собственно, какая-то статистика, вот она. И смотри, единогласие результатов 11. Это получается, что 11 результатов у нас точны. Ну смотри, это подписчик, у которого я беру аккаунт, до этого проходил, так что мы на это не смотрим. Это ну, да. Все, забей. Да, и непрерывные единогласия, это получается, что это своеобразный киллстрик. То есть, типа, 10 подряд у нас да, было да, четких. Да, да. Короче, поехали. Давай, смотрим, что это вообще такое. У нас есть какая-то демка. И она без никаких, смотри, этих... На таймштампе нет, типа, там, встреч, там, убийств и так далее. То есть, просто... Ну вот... хорошо, просто наблюдаем. Голый интерфейс. Так. Пока все как будто бы окей. Так, вот увидел, кто по нему стреляет. И по этой же инфе полетел дальше добирать. Ну, там понятно, что на общагах, да, много народу. Слушай, ну пока что ничего нету, никакой информации. Да. Опа! Наткнулся, еще одного наткнулся. Угу. Но пока что я скажу, что нет нарушений. Я тоже пока думаю, что так и есть. Вряд ли он что-то такое выдаст уже экстраординарное, раз пока все норм было. По информации кинул хаешку или что это вообще? Вот как-то странно, да? Ну, у него, к примеру, шаги там слышно на карте. Ну вот да, они даже оп, есть. И хаешечку закинул, и так и добрал чувачка. Угу, кулачками, правильно. Так. Что же? Что, блядь, это за такое? Ой. Ой-ой-ой. Нифига себе, это он так увидел его? Этих видно, это, ну, видно было, да. Они, возможно, постреляли по нему, а он сразу выкупил, откуда стрельба. Интересно. Слушай, ну на АИМ у него нету ничего абсолютно. Ну на АИМ точно, да, вот на рентген. Да. И вон там вот, видишь, спалец и один, и второй. Да. Оба два спалились, оба два. Ножки торчат под остановкой. Да, его видишь, он в дыму, на фоне дыма бегает, прыгает. Он его пока не видит, кстати. Ну просто в дыму он, да. Это в копилочку, кстати, того, вот что рентгена нет. Это странно, что почему папка не выкупает эту тему, типа в дыму, не в дыму, чел. Да, кстати, было бы неплохо, если бы он сам типа нам говорил, видно или нет из дыма. Да. Да. А то мы не понимаем. Оп, спалил глупцов первый так. Хлоп. И хаешку туда добрать их. Бейте в колокол. Оп, вышли. Эвакуировался. Быстро эвакуировались. Странно, почему тот не докисчал от хаешки. Видимо, не попал. Походу, да. Мне кажется, что это просто очень скилловый игрок. Потому что он, во-первых, не теряется нигде. Играет четко по инфе. То есть сначала выскакивают они у него в поле зрения. Угу. И как бы он спокойно их добирает. Ну то да. То есть нету ничего такого, чтобы прям
100% мы смогли сказать, что он как-то наблюдает. Вот даже, видишь, он сейчас их потерял, он не стреляет по ним. Хотя, если был бы рентген, он мог бы сразу там что-то попытаться сделать, какие-то моменты. Я думаю, а так да. Он давай нет нарушений. Давай, давай. Так, и что же дальше? Так. О! Правильно. Смотри, у нас сразу прям это киллстрик повысился. Ага. И бонус авторитетности прям. Слушай, брат, знаешь что? Мне кажется, что это бесконечная история может быть. Ты пока думаешь? Мы в жизни, типа. Ну, когда у нас вот эти два сердечка не хлопнутся. А, кстати, возможно. Тут, смотри, 9 минут, и это метро 9 еще. Минут, и это метро. Того рот. Неплохо. Ага, то есть чел бежал до дрезины, чтобы обратно уехать. Неплохо. 200 IQ фишки. О, так, да. Встреча. Встреча, но как будто бы не по нашу дулу. Не, молодец, молодец. Нормально отработал. Оп, и здесь оп. Тоже увидел локоток. Но мне кажется, тоже типа какой-то лимит есть, типа там штук 15 демок будет и все. Ну посмотрим сейчас, как это будет все. Просто видишь, никаких ни таймеров, ничего, типа ни отчетов. Это да. Ну тут не знаю, тут какое-то обычное метро такое, типа. То есть играет он норм. Ну обычное мясное метро, да. Мясное, да. Боятся, они знают, что там типы сидят. Угу. Так, ближе к делу. Вот они пушат. Ай! Ого! В дым зажал солидно. Ну не, ну там очевидно было, что они в дыму сидят где-то. Так. У них и собака, и все на свете. У них тут вообще прям... Оп. Ну, не знаю. Я думаю, что тут нет нарушений. Даже вот на этом этапе уже. Ну да, как будто бы да. Все хорошо здесь. Типа на рожон не лезет. Если какие-то стычки есть, то вроде как они, ну, читаются. Да. Да нет нарушений. Нет нарушений, да. Оп. Оп, еще сюда, Чиназес. О, тут минутки тоже есть, слава богу. А посмотри, а маркеры начали показываться. Да, да, кстати. Это, видимо, у нас доверие поднялось. Нас теперь уважают. Вот оно как. Ну, это я так думаю, это, возможно, бред. Ну, давай посмотрим. Возможно, мы сейчас наш бонус авторитетности до сотки поднимем. Давай, давай. А может быть, потом до 146. Ну, как бог даст. Ребята, если вы купили отсылки, то пишите в комментариях. Смотри, тебя не напрягает, что он типа просвечивает тут всю карту? Напрягает, конечно. Смотри, он прям четко водит по иконочкам. Или дефолт, скажете вы. А вот это что, дефолт? А вот это дефолт? Нет, это не очень. Ну вот. Это прям не очень хорошо. Базар другой, если бы он из дерева высунулся, потом на него посмотрел. Он сразу с прицелом, вот что вот это, что такое? Ну да. Не, ну он, конечно, примерно вот, знает, вот что, где да дерево. Да ладно, да нет, да... Нет, 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 нет. То есть мы тут закидываем, да, рентген? Абсолютно точно рентген. Бах, сюда! О, сюда! Это, слушай, это даже азартнее. Да, это интереснее, кстати, намного. Чем, типа, да. Ребята, наша задача разными схемами... Поднять авторитетность. Да, ровно такое же, прям это. Минутное опять, смотри, без маркеров. Да. Опять нам нужно понять, что здесь происходит. Ладно, разберемся. Че, первый раз, что ли? Оп, увидел. Угу. Ну тут понятно. Увидел. Тут этот аирдроп лежит. Вопросов нет. Медом намазано. Далее. Просматривает. Видишь, просматривает. Был да. Рентген, возможно, бы он что-то увидел в этих всех вопросах. Заряжает опять ранец свой. И летит. Прилетел. Ну пока вообще ничего не происходит. На дроп прилетел. От слова совсем. Смотри, ну там тиммейт. Тиммейт ему может рассказать информацию. Может. Тиммейт 2 дал метки. И он прилетел по меткам. Начинает работать работу. Ну, будто оп, бы. Будто прилетел, бы. И тут, все. Тут нет все нарушений. Хорошо, да. Да. Чоп, Чиназес. Сюда. Правильно, да? Да. Правильно, правильно, все. Конечно. Так, для пятиминутная. Айс. Так, что там дальше у нас будет? Так, это мужик в кожаных штанах. Опять вот эти ивенты, блин, долго раскачиваются они прям. Что-то его... А, у него пинг большой. Ну, здесь полчаса чел бегал в поле зрения, и как бы, да, он просто решил... Неплохо, да? В полете прикольно, да. Молодец. Оп. Оп. Слушай, пока что у меня нет к нему претензий, как будто. Я не знаю, мне кажется, что это... Блядь, без нарушений. Ого.
Да она... мне тоже так кажется, что да. Очень большая, очень скучная, и тут ничего не происходит такого, чтобы стоило внимания. Я думаю, надо нажимать «Нет нарушений». Да, видимо, да. Окей, давай, погнали. Оп. Ха, сюда! Есть контакт. Так, минутка. Минута. Летит на инф... На что, на аирдроп или... или видел? Кстати, он без звука. Ай-яй-яй, непонятно, непонятно. Без звука летел. Да. Ой, а что? По машине. А, работа по машине происходит у нас. Да, да, да. Слушай, ну опять же, демка обрезана. Как он знал, что там они будут? Как вот этот моментик понять? Типа, они, возможно, на дроп прибежали все вместе дружно, и он начал их вырубать. А возможно, он знал, что они там есть. Вот пока непонятно. Вот смотри, вон там вот, вот по правой стороне был чел. Оп, оп, оп. Это он тоже, да, будто видит. Живите богато. Как будто бы он бежит ему на перерез. И оп, оп, ай-яй-яй, он начал стрелять раньше. Он начал стрелять, как будто бы, сука, раньше. Там еще тиммейты были у него. Может, они какую-то инфу... Да хотя, как бы он сориентировался так по инфе? Интересно. Нет, не окошко. Подожди, вот, вот здесь вот сейчас мы точно поймем. Ага, поймем. Поняли, спасибо. Слушай, сложно, сложно. Вот это сложный, да, момент. Сейчас... Это сложный момент прям, да. Смотри, вот он летит, да? Ну, увидел вот летит. Че, он знал, не знал? Ну, он на дроп летел, просто на дроп летел. Летел на дроп, и пацаны приехали на дроп, а он их увидел. Тут вот. Момент не докопаться. Вот этот единственный момент, вот этот вот, когда он начал стрелять. Но опять же, баг демки, он увидел его или не увидел? Как будто бы видно, а как будто бы нет. Вот тоже странная история, да, какая-то? Ну, там тиммейты еще были, я полагаю, что они могли инфу дать. Тут... А. То, что ехал он туда, да? Вот, смотри, тиммейт его как раз видел, 26-го, вот он. И по нему стрелял. А, и тиммейт первый там откис, смотри, в 100 метрах. Да-да-да. Все, нет нарушений, я считаю. Я считаю, что нет нарушений. Давай, давай. Бах! Сюда! Есть. Вот это хорошее, мне нравится. Жизнь засейвили. Когда нас награждать-то будут почетными грамотами? Слушай, ну вот если так прикинуть математику, арифметику, то у нас тут вот три катки осталось, это третья. А почему? До 100%. А, до 100, что будет типа? Дальше? Да, что будет дальше? Дальше, посмотрим. Ну... Ой-ой-ой, мне вот здесь кажется, что это не дефолт ни разу. Так. Давай еще посмотри раз. Внимательно сейчас. А то я, чтобы начал программу, ты уже думать расслабился, так. Вот смотри, он как будто хоп, и как будто бы готов уже их принимать. Да не, я думаю, норм. Ой. Чекнул или видел? А вот уже и не норм, как будто бы. Мотни назад чуть-чуть, на дольку секунды прям назад мотни. Хочешь там, где он выходил на них? Вот смотри вот этот моментик сейчас. Ать. Так просто, мне кажется, может, если чекал. Бы он их увидел, он бы их шваркнул бы. Может, позицию чекал просто. М? Ладно. Смотрим сейчас. Не, брат, да, нет. Видно, что да, он через дерево прям смотрит. Есть да, такое. Он прям наблюдает за ним, чтобы неожиданностью для него не было. Да. Есть, рентген есть. Была, не была. Ай! Ай, больно! Ой, блядь, да ладно! Стрик сбили, блин. Ладно, еще у нас жизнь одна есть. Я сейчас так, экзамен хорошо. Завалим, Артем на скорочку отберут следователей. Подожди, вот это прикол. Ксиву сдать придется, я не хочу, Артем. Все, давай, внимательно, внимательно сейчас. Увидел справа типов. Минус голос. Да, петуха дал, как говорится. А, он думает, он думает, что... А, блядь, что? Странновато. Слушай, ну прям сложные. Здесь как будто бы демки сложнее, чем в обычном режиме. Ну, как будто бы да. Я думаю, этого тоже рентген есть, не знаю. Давай еще ксиву, блядь, положишь на стол. Страшно. Я не знаю, да, мне тоже страшно. Че, поставим рентген? Ну и... давай, посмотрим. Бля, давай. Да подожди, ну сейчас, давай еще разок. Ну вот здесь, смотри, прям переключился на стену, когда стрелял, типа, вот. Короче. Была, не была. Yes! Есть, кайф. Yes! Подожди, ну смотри, здесь решения стопроцентные все. Ну типа, либо да, либо нет. Да, вот да. Особенность режима, скорее всего, в этом. Что да. Типа, либо да, либо нет. Тут нет или-или. Окей, давай. Слушай, ну прикольно. Опа. Ну опять же. Смотри, ТДМ. ТДМ, неплохо. Да. Оба, в подкатного, как он? Чего, блядь? Это что такое? Подожди, смотри. Смотри. Шварк. Еще один шварк.
Так. Интересно. Ну ладно, это с поправочкой на ТДМ, давай. Сейчас привыкнем чуть-чуть. Так. Ну это понятно, да. Бля, не, сильно-сильно он что-то этот дает. Ну он прям дает в подкатах. Он только в подкатах дает. Он и сквозь стену тоже сейчас дал. Как он прокрутился, нормально. Слушай, я прям не знаю, я прям замешательство, что здесь дать. Сейчас, подожди, пока не мешайся, тут еще сейчас будет. Тупо все катаются, херачатся. Как будто бы что-то здесь есть. Но опять же, какой смысл в ТДМе тебе играть с щитами, я не понимаю. Просто он пару раз долбанул сквозь стену, мне это не очень понравилось. По текстурке. Как будто бы не очень это было. Вот как он сейчас убил, это что, блядь, такое было? Не попал сейчас. А там торчит башка. Блядь. А, точно что-то есть? Скорее всего, рентген. Ну давай. Давай. Ну да, так и есть. Ага. Я на 400... Непрерывное. Смотри, уже однерку нам дали. Непрерывное единогласие. Да-да-да. Подожди, но это рано или поздно должно закончиться. Мы же не будем, блядь, сутки здесь сидеть. Закончится, когда мы просрём жизнь вторую. У нас, типа, две попытки на ошибку. Ну, мы сколько уже демок посмотрели? Штук 10, наверное. Ну, я не знаю, я не считаю. Просто надо, наверное, посчитать в следующий раз. Слушай, мне кажется, тут два конца очевидных. Либо мы просираем жизни, либо мы до 100% бонус авторитетности просто догоняем, и все. Ну, вот, наверное, такая схема. Возможно, кстати, да. Так, здесь увидел. Так, давай чуть дадим скорости. А тот натопал. Этот был маркеры были на карте. Угу. 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 Пока претензий нету. Пока без претензий. Так, оп. Меха. Это, кстати, еще и режим от первого лица. Да, вижу. Оп, оп. Оп. Ну тоже, смотри, подожди, давай мы посмотрим, он на мехе прилетел сюда, он прилетел целенаправленно к нему или как-то... Ну просто типа увидел, как будто... Шаги были шаги. Да. Посмотрел на карту вовремя, шаги услышал. Что-то карта еще не прогрузилась, какая-то ошибка демки. Он херачит не сильно быстро. Не, вроде нормально для мехи. Ну, он увидел вот этого. Ага. Угу. Слушай, ну он херачит-то по видимым врагам. Вот, видишь, увидел, оп. Так он на того заранее смотрел, почему-то, когда он летел еще. Нет. Разве? Смотри. Ну, посмотри внимательно. Так. Он услышал его, что он летит, повернул башню и увидел его. Не, подожди, это ладно. Вот, смотри, слева. А там слышно, у тебя маркер, вон, вот, ну, и все. Ну, слышал, да, что кто-то стрелял там, да, я понял. Да, все, и а тот увидел, да, все. Ага, все, было. Че, нет нарушений тогда? Ну смотри, вот здесь вот в данный момент, здесь тиммейт был, он ватчауты дал им. Давай, короче. Я пришел вопросы решать, бахаем. Давай. Yes. Оп, есть сюда на месте. Я думаю, тут надо просто фастиком, как семечки, их тык-тык-тык-тык. Ну да, я тоже так думаю. Оп-оп-оп-оп-оп. А куда там стрелял? Подожди. Так. А куда там стрелял сначала? На какое дерево он там навелся? Смотри, что это такое? Он почему-то на дерево навелся, да. Что это за история? Почему так? Я не знаю. Наводка сломалась. Идем дальше. Тиммейты дают ватчауты. Угу. А этого, смотри, он кого-то видит. О, брат, мне кажется, здесь рентген есть. Мне тоже так кажется. Давай рентген нажмем на удачу. Погнали. Есть. Есть. Сюда. Хорошо. Так, 8 минут. Смотреть мы, конечно же, не будем. Тут у него башка светится, тут понятно, что угу. Он сидит. Слушай, ну это опять же ивент. Типа, по ивенту судить тоже как-то, ну... Ну, совсем отчаянные, конечно, и на ивенте начинают херню заниматься. Ну да, тут... Да были бы еще маркеры какие-то, где что-то происходит. Так что-то не очень понятно. Ну да, да. Вот да, это, да, смотри, да. Как он видит. Или он его и не видит. А, еще слева один. Не, он Толпы не видел, сверху. Кстати. Да. Этого слышит. Оп. Да нет нарушений здесь. Вот так вот вам. За минуту понял всю катку. Вот смотри, вот слева там чел сейчас. Ну слышно же было его по шагам. Его было слышно, да. Как будто бы было его слышно. Да все, давай, нет нарушений. Давай. Изи. Ага. Туда. Так. Ух, разгон пошел до сотки сейчас будет.
Давайте, ребята, что, возьмем сотку или нас все-таки к силу мы на стол сегодня покладем? Я думаю, чем ближе к сотке, короче, тем больше тем он сложнее, тем больше он закидывает, да, демки, да, типа сложные. Так, что здесь тут? Вообще какая-то непонятная история, поножовщина какая-то, еще что-то. А что у него такое горит, интересно, справа? Я чуть не очень жопа, понимаю. Что еще горит? А, так, ладно, ускоряемся. Здесь информация от тиммейта, то, что пришли друзья. Да. Ну, если тут или да, или нет, это как будто бы нет. Да, я того же мнения, что как будто бы нет. Он четко прицелом, ну, не палится, он не водит. Информация, если поступает, то от тиммейтов. Вот он бежит достаточно, видишь, типа... Вот это сложно уже. Как? Откуда? Как? А может дефолт? Хуй пойми. Вот, ну типа, ну реально. Да ну нет, нет такого дефолта. Ну чё, нажмём на удачу? Рентген. Давай, давай. Я готов. Ну давай. Ай, ксиу на стол. Ксиу на стол. Всё. Того рот. Вот это прикол. И чё, и всё, и у нас нету педали, да? Да. Ну неплохо, ребят, напишите, как вам этот режим. По-моему, он более такой куражный, более прикольный, азартный. Вообще прикольный в том плане, что прям есть такие эмоции. Ну типа прям либо да, либо нет. Тут да. Либо пан, либо пропал. И как бы. Мне кажется, прикольно. Вообще прикольно. Я считаю, что если вы наберете должную активность и количество лайков. Да, давайте 1500 набираем, мы оставляем вот эту рубрику такое, да, с экзаменом на постоянку. Да. Это как бы прикольно. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами были мы, Илья и Артём. Всем удачи, да. Всем пока и до скорых новых встреч. Алибидарчик.